Привет, меня зовут Вадим Басов, и сегодня на примере одной из песен я вам расскажу о том, как записывается бас сессионно. Я много лет записываю бас-гитару и контрабас для авторских песен и инструментальных композиций, не только для музыкантов по всей России, ближнему зарубежью и СНГ, но и по всему миру. Рио, Гамбург, Дубай, Мамси, Питкер, Лондон, Бишкрен, Нью-Йорк, Бейджинг, Нюрнхаус. Сегодня мы будем записывать партию для группы «Зазеркалье» из Южно-Сахалинска. Отмечу, что партию я могу сыграть по нотам, табам, цифровкам, могу снять прописанный бас и записать его вживую, либо сочинить линию баса на основе референса или вашего описания. Сегодняшний заказчик уже сочинил партию и записал ее в ноты. Для записи баса я выбрал Holitube Studio, а инженером звукозаписи выступит Андрей Иваненко. На ваш выбор отличный аппарат и топовые инструменты, благодаря чему мы сможем подобрать именно тот звук, что вам нужен. Бас-гитары Pensa, Ibanez, Warwick, Fender, Mayones, Spector. Басовые усилители студии Glenn Kruger 700RB, Mark Bass Momark, EBS Fafnir и Ampeg SVT4 Pro. Басовые кабинеты студии EBS Nearline и Ampeg SVT. И огромный парк микрофонов. Сегодня играть буду на Fender American DeWalt Jazz Bass, а сигнал пустим через EBS Fafnir и запустим это все в кабинет Ampeg. Сигнал, как и просил заказчик, мы снимем следующим образом. Одна из дорожек Direct Input, вторая микрофон Electrovoice RE20, третья Neumann U47, а комнату снимал Neumann 87, предусилители Neve и Shadow Hills. Звуковая карта Antelope Orion 32 HD. Все готово. Ну что, поехали. Запись. После того, как запись завершилась, мы с Андреем проверили бас в миксе. И на выходе у нас получилось 4 дорожки, как и просил заказчик. Если у вас нет своего басиста, или по каким-то причинам он не может поучаствовать в записи, обращайтесь ко мне, заходите на сайт, смотрите и слушайте примеры, либо сразу присылайте свои материалы. Запись баса может быть произведена, как и сегодня, на Holitube Studio, ссылку на которую я оставлю в описании. Также там будет ссылочка на мой сайт, на котором вы можете увидеть примеры моих работ. Обращайтесь, предлагайте свои проекты.